медиа, российские СМИ, многие хранили информацию об исследовании агентства ZoomMark о том, что Саратов является самым пьющим городом в Российской Федерации. Вот как вы прокомментируете вот это исследование? Да никак не прокомментирую. Во-первых, я его не читал, а во-вторых, я так не считаю. И агентства, которые там какие-то замеры сами придумывают, сами какие-то показатели закладывают. Вы сами так считаете? Я? Нет. Ну и я тоже сам. Вы меня спросили, как горожанин и как руководитель. Вот я вас спросил, как журналист. Вот у нас мнение одинаковое. Вот вы сами себе и ответили. Поэтому кому-то нужно вот это будораживание. Я не считаю. У нас нормальный город, нормальная молодежь, нормальное студенчество. Ну, поэтому все тем более. Спасибо.